Здравия желаю, уважаемые подписчики и пользователи. Продолжаем значит опыты. Сегодня пришли батареи. Вот они. Сейчас я их значит пробую, первые опыты. Вот коробочка. 50 штук. Написано 9,9 ампер типа, но это врут. Видите, лампочки горят. Поярче, чем на тех старых, конечно. Но не на полную все равно. То есть батарейки нету у них 10 ампер, как они пишут. То есть это 10 ампер, это одна батарейка, значит 30 ватт. Явно нету. Наверное, раз в 5 или меньше. Но, однако, все равно мы проверяем это все. Значит, что у нас выходит? Замеры как все показали. Значит, вход на две лампочки у нас 8 вольт, а выход 10 вольт. То есть у нас есть та самая разница. Разница, значит, то есть зарядка больше дает, чем, ну, входит меньше, входит 8 вольт, то есть мощность как на 8 вольт, вот они светят, а зарядка дает где-то 12, ну, заряжает на 10, просаживается под давлением батареек, то есть 2 вольта у нас дают возможность. То есть беспрерывно менять это все. То есть система работает. Поярче, конечно. Но понимаете, что надо батареи покупать более мощные, чтобы это сделать помощнее, поярче. Ну и панель более мощную. Но, тем не менее, это самозапит есть. Еще, значит, пусть она у меня постоит, пока предварительные данные, постоит у меня, допустим, вот сегодня и завтра утром, пусть всю ночь стоит. Буду там менять время от времени, когда вот это подсядет. Пусть стоит до завтра утра. Предварительные выводы, что система работает. А завтра утром проведем, он, видите, горит ярко, но не так ярко, как хотелось бы. Все же батарейки, они... Как говорится, написано 10 ампер. Ну, я так и думал, что меньше. А фактически, может, 2. То есть, где-то 2, где-то 10 ватт, 8 ватт штучка всего. Одна. Не более того. Вместо заявленных, значит, 37 ватт. Ватт 10, может, 8. Где-то так. Судя по яркости, ну, ярче, чем с теми дохлыми, вот. Видите, две дохлые стоят, это. Синие, черные, это вообще дохлые, там. Горело, вы видите, вообще еле-еле. Здесь хоть какой-то свет есть. Все же поярче намного видно. Значит, предварительные данные показывают, что мы идем в правильном направлении, а окончательное, значит, по этой схеме самозапитый гибрид. Окончательные выводы, значит, будут уже завтра утром. Уже окончательные. Уже будет, когда оно, значит, пусть отстоится, пусть простоит еще ночь. Как говорится, нам бы ночь простоять, нам бы день продержаться и ночь простоять. Так и нам. Продержимся еще день и простоим ночь, значит, систему можно применять в народном хозяйстве. Но для этого надо покупать, как я и говорил, не такие батарейки, хотя эти, значит, будем с ними продолжать опыты. Как я и говорил, большой мощности здесь не добьемся, ввиду того, что они слабые. Но, может, на 50 ватт, на 100 ватт постараюсь сделать выходную мощность. Из всех схем посмотрим. На этом заканчиваю. Во-первых, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья и исполнения всех желаний.
До встречи завтра, значит, вынесем окончательный вердикт по этой схеме.